Что, ребят, всем здравствуйте, да, мы продолжаем проходить данную игру, вот. С вами мы остановились на каком-то моменте, на какой-то другой планете, вот. Да. Поэтому сажусь поудобнее, ну вот. Все как всегда, там, пледик, кушать, попить. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. О, привет! Так, мы остались тут разве? Ох, ебать, еще вспоминать еще. А что у меня с мышкой? Так, давно я, кстати, в эту игру не играл. Так, это... Блядь, куда я нахуй спустился? Раз. Я давно реально в эту игру не играл, надо поспоминать, что тут да как. Как это нам нужна хуйня? Ну ты тварь такая, лохость. Еще она упала. Да ты охуел. Подожди, как там мне выписали, как там делать? А, это фокусация. Так, как делать блок-то, блядь? Помнить? Я не знаю, как делать блок, кстати говоря, ну ладно. А, то вот так вот. Подожди, как он открывается? Да уж. Ага. Понял, нам нужно туда. Шо, поехали, блядь. О! Ой-ой-ой. Так, куда нам, блядь, а где она? Вот она. Куда нам, блядь, я забыл, куда нам? А, вон туда. Что здесь? А, мы все здесь спускаемся, окей. Мы спустились куда-то с вами. Я очень давно в эту игру не играл, честно. Все позабыл уже, как-то что управляется и тому подобное. Угу. Так, нам на середину, да? Погнали. А, ну ладно. Погнали быстрее туда. Подожди, что нам нужно сделать-то с вами, ребят? А, окей.
Да, я в шоках. Надо было просто так и передвинуть, прикиньте. Ну что, на теперь обратно возвращаться? Да уж, я в шоках, ребятки. Просто так легко было. Сразу раз, сразу два, сразу три. И все, отъебитесь от меня, нахуй, блядь. Пиши нахуй, пизду, блядь, вас. Угу, сосёшь, блядь. Поехали. Нам сюда же, да? Ебать вас тут, да ну вас нахуй. Не-не-не, ребятки, пизду, пизду, пизду. Сосете член, конечно, но не нужно стрелять здесь. Да уж. А, понял. Что нужно сделать тут? Ля, ты кто вообще, дядя? Смотрите, какой-то хуй, блядь. И что нам нужно сделать? Нам туда, да, надо идти наверх. Пошли, блядь. Естественно, да, ну естественно. Ебать, какой-то хуй собрался. Бля, это босс, что ли? Что такое? Чё, подожди, я просто не могу понять, что он делает. А, вот что он делает. Да пошёл ты нахуй, блядь. Заебал ты меня, блядь. Чмошник, блядь, ёбаный. А, это его караёбит. Окей, я понял. Блять, нет, не нужно сюда, ребятки. Дай вот эту хуйню мне. Дай мне эту штуку, блядь. Сука. Иди сюда, иди сюда.
Мальчик, мальчик, стой, иди. Бля, ну есть же, блин, альтернатива, я думаю, какая-то в любом случае. Бля, ну у него, кстати, хпшек нормально, так много будет. Может, мне нужно спуститься его пиздить, типа, пока он в это время. Спасибо, что ты хуйню делаешь, чел. Иди сюда, мой сладенький. Не-не, какая-то хуйня, брат, честно. Бля, ну это жестко. Не, нам кащу сверху так один понял атаковать. В любом случае. Что-то нам не пройти пока что. Да уж. Ну я только такой вариант нашел его, типа, как-то разъебать. Сколько у него хп хотя бы там осталось? А прикиньте, как ему еще обидно, он такой, бля, ну ты, сука, ебаная, нахуй. Значит, сколько у него хп-то осталось в итоге-то, блядь? Сколько у него хп-то в итоге? Бля, это обидная хуйня. Я просто не знаю, сколько у него хп в этом-то, блядь, прикол. А, ну, бессмысленно, короче, хуйня, да, я так правильно понимаю. Это что вообще было? 4? Нихуя у меня тут, вы прикиньте. Так, ну давайте молнию 100% прокачаем. Почему нет? А, да. Ладно. Так, что у нас? Силовые способности 2. У нас с вами всего 5 очков здесь. Выносливость, концентрация сил, освоение сил, сила жизни. А те силы жизни. Давай к инфу посмотрим. Скажем, новым уровнем снижается количество наносимых вам повреждений. Ага. А здесь, что я прокачал? Скажем, новый уровень увеличится запас здоровья, который вы устанавливаете, побеждая врагов. Ага. Боевая медитация. Скажем, новый уровень уменьшается на время накопительной мощи силовых приемов. Ага. Это нужная штука. Мастерство вехтования. Скажем, новый уровень увеличивается сила, число повреждений, наносимых в бою вашим световым мечом. А, ну типа, окей, будем больше брать, ну типа, короче, будет плюс к мечу. Скажем, на уровне повышает скорость восстановления сил, это тоже прикольная тема. Концентрация сил, скажем, на уровне увеличится максимальный запас вашей силы.
тоже выносливость. С каждым уровнем увеличит максимальный запас вашего здоровья. Ага. Ну, давай мы вот это с тобой возьмем. У нас один остается. Давай-ка мы с тобой, знаешь, что возьмем. Так, еще раз почитаю. Ну, вот это возьмем чисто по приколу. Почему нет? Такс. Шрен ситхов. Так, добавить цену у меня. Ярость ситха с мечом. Пауза. 4 раза. Один из самых сложных фехтовальных приемов. Ярость ситха с мечом позволяет вам наносить множественные удары. Подожди, а что у меня есть? Шрен ситхов. Ага. Это что? Угу. Ну, это понятно. Угу. Натиск. И у. Нихуя так с уведомлением сражаюсь. Ага. Пушечный выстрел. Ну, это прикольная тема. Ярость ситха. Сильный урон противнику. Это... Угу. Бросок ситха. А тут что? То же самое, что ли, блядь? Блядь, одно и то же, прикиньте. Взрывное поле. Ага, надо попробовать, кстати. Ну, это, кстати, прикольная тема, да? Типа, смотрите, Ctrl задерживаешь, потом пробел и Shift нажимаешь. Или пробел, либо Shift, да, что такое. Нацелившись на врага, вы подпрыгиваете в воздухе и накидываете на него световым мечом. Прикольная тема. Режущий удар мечом. Два раза левой кнопкой мыши и У. Мощный кровавый удар световым мечом со вспышкой, отправляющий врага в полет. Вбрасывающий, подбрасывание ситха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 тхatth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 at
Достигает критической отметки, после чего наступает электрический взрыв. Ну да, попробуем эту тему, почему нет. Высвобождает волну удара молнии, наносящую всем врагам на своем пути. Угу. Закрыт, врач. Это понятно, такой тип не нужно пока. Бля, ну тут пока все закрыто, хорошо. Это что? Не совсем уверен, что нам это нужно с вами. Ну ладно, давай вот это мы с тобой прокачаем. И что-нибудь просто на бум. И вот это давай. А хотя подожди. Ну вот что, режущий удар мечом или отбрасывающий рабов? Просто тут всех ближайших врагов отбрасывает мощной волной. Это прикольная тема, то есть у меня будет время там добежать куда-то, да, или тому подобное. Это мощный круговой удар световым мечом со вспышкой, отправляющий врага в полет. Понимаете, да? Ну вот это мы с тобой сделаем, почему нет? Вот. Так, что я умею? Ага. Дальше. Так. Что-то там еще вот так было. Ой, блядь, нихуя. Нет, нахуй тебе. Блядь. Ну ладно. Главное, чтобы все сохранить.
У меня же есть еще такая тема, ёпта, я забыл про нее вообще, блядь. Я ж про неё вообще прям забыл про эту тему, вы чё? То, что можем воздухом отбрасывать, ёбаный, это прям прикольная тема. Ну давай резче, блядь, это я не люблю, когда вот такая хуйня происходит. Поехали, блядь. Давайте, щелики. Ну и где они, блядь? Где ты, блядь, ебаный хуй ты, блядь? Все, до свидания, блядь. Знаю, что. Ну, конечно, мне придется сейчас победить этого челика, да? Скорее всего, нужно сейчас будет с боссом драться. Ну ладно, погнали что. Погнали с ним подеремся, блядь. Ну, что за хуйня, блядь? Так. Ага, сосал, блядь. А, ну это босс, короче, понятно, блядь. Блядь, 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 не дадут заново сейчас? Если что, блядь. Угу. Блядь. Да ёбаный ты осёл ты нахуй, блядь. Я с тебя хуею, мужик, блядь. Раз, два, с. Угу. Рис. Что, что дальше жать? А, ну все, мы его разъебали. Кстати, это очень был легкий босс, или такой мини-босс, хуй знает. Но он был очень легкий, кстати говоря. Просто сначала затупил и все. И не прокачал ничего у себя. А надо было, блядь. Ёбаный ты. Ах ты, сука, блядь. Так, шо, куда мне дальше? Подожди-ка. Ну и куда мне? И шо мне тут делать? Окей. Это было легко, чем кажется, реально. Вот и все, блядь.
Сохранение, кстати говоря. Ну, а вон они еще там есть, окей. А вот я не люблю такие штуки. Ой-ой-ой. Ну, блядь, чел, ты можешь что-то сделать? Чё там вот валяется реально постоянно? Блять, я в шоке с этой хуйни, блять. Но мне надо подбежать, как в этом в Ассасине реально было в свое время. Мне тоже это бесило иногда, блядь. Ух, нихуя себе, блять. Ну, вот это хорошая была, кстати, это красивенько было. Это было красиво. Так, куда мне дальше-то? Не, я вот это перепрыгивать, да? Подожди, блять. Нет, мне не сюда, значит. Или сюда. Куда мне дальше-то, ёбана? А, туда. Сука, гнида, блядь, ты ё... Да пошел ты нахуй, блядь. Сосал, блядь, хуило, блядь. Кстати, жестко тоже. Жесткая хуйня. Так. Это все? И куда мне, блядь? Дополнительная сфера приемов. Ты, сука, гнида, смотри, что ты, ты пидор, бля, ебаный, сука. С копьем, бля. Да, блядь, все, уходи, уходи, мужик, нахуй этих. Окей, я понял, к нему не лезь в это лучшее время. Вот и все, блядь. Вот и все. Так, ну здесь, говорит, только не видишь, что здесь босс. Только и куда, ничего мне, блядь, с ним делать. А, окей. Давай, 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 хуило, блядь. Сука, блядь. Ну, почти, почти, ладно. Блять, эти гниды меня бесят иногда. Блять, ну вот эта хуйня меня тоже бесит. Прям тупит хуйня вот эта, блять. Я нажимаю на кнопку, он не нажимает. В этом прикол-то.
играли еще раз. Слышали на эту хуйню? Да уж. Повышение уровня, ребята, у нас с вами. Куда нам? Нам туда. Повышение уровня, но мы чуть позже мы этим займемся, я думаю. Что, как мне сломать эту хуйню? Чего? Да уж, теперь думаю, как эту залупу сломать. Честно, даже я реально не знаю. Мне как-то ее нужно сломать. Что-то штуку поднять, типа, и... А, или вот так вот. А, ну, понятно как. Да уж. Это жестко. Это жестко. Давай. Cast Imperatus at last. Don't worry, Masters. I'll defend you from this Sith trash. Бля. А, ну у меня же есть вот такая хуйня, блядь. Подожди, что я могу сделать еще? Ну ему похуй на это, я так понимаю, вообще в принципе. Подожди, а как? А, вот я ему что-то нанес. Да, он восстанавливается еще, ребят. Это такое себе. Да ты гнида, блядь. Ну ебал твой рот. Да пошел ты нахуй, блядь. Сука, блядь. Давай, погнали. Давай! А где, блядь, этот му... Да, я, конечно, блядь, играю, конечно, да... Ну что ты донес я ему? Но он боится также вот этого тока. А, отсосал, блядь. Да пошел нахуй, блядь. А, отсосал, блядь, хуй. Давай, хуй, блядь, вонючий. Я тебя отъебу же, блядь. Я же тебя еще отъебу, блядь. Да отсоси, блядь. Давай, мужик, мы сможем с тобой, блядь. Это было жестко, кстати. Да как мне его отъебать-то, блядь? Член вонючий, блядь. Ладно, давай. Убегай, да ёпта, вот что, ну это говорю, управление какое-то мне странно. Мне не очень нравится на компьютере управление. Последняя сила нажимать кнопку E, всякий раз стрелка находится красная. Хорош. Ну, блядь. Да ну, да серьезно сейчас? Сука, ты залупкин ебаный, блядь. Я твой рот ебал, блядь.
Так, подожди-ка. Управление, блядь, идиотское, ебать. Я, блядь, бля, буду. Это ебаное управление идиотское, нахуй. Просто, блядь. Шли оттуда. Теперь копим ману, блядь. Ну, блядь, что это за хуйня, блядь? У него хп хотя бы. А, вон мусор на титан. Угу. Блять. Погнали нахуй. И... Ну и все, в принципе, больше нам ничего не надо. Бля, у меня вообще хпшки мало осталось. О, где этот Залупкин, блядь? Э, блядь. Мусорок, блядь. Ну и а почему? Что это, блядь? Я сейчас понял, просто у молнии надо хуярить, к нему даже не приближаться, блядь. Ну все, да, у него даже не уменьшается хпшка вообще. Ну так, по чуть-чуть на у него. У меня вообще уже почти хп нету, блядь. Ну что это за дерьмо, блядь? Нахуй в шоке, блядь. Просто нахуй в шоке с этой игры, блядь. Ну, чё за бред вообще? О, ну даже хпшка вообще не уменьшается. Вообще, блядь. Главное не торопиться, да? И да, блядь, конечно, нахуй. Расскажет мне этот хуй. Он еще обороняется. Ну я в шоке, ребят. Ну реально, как? Ну типа, блядь, все. Один удар и все, блядь, понимаете? Ну типа, я вообще, ну... Даже расстроился этой игрой вообще. Ничего даже не прибавляет, прикиньте. Даже ничего не прибавляет, ни нахуй.
Уходи. Вот видите, я прыгаю заранее, он не прыгает. В этом-то весь прикол. И кошмар, там всякие вот эти вот... Вот эти вот штуки, да, там всякие вот эти приемы. Просто будем от него бегать, хули, блядь. Ну, что это такое вообще? Я, блядь, просто в шоке. Еще я вот, видите, лежу, он у меня херачит мусор весь. Как мне от него улетать? Я хуй его знает, честно. Даже нет него с него. Я в ахуе, блядь. Короче, это босс очень долгий будет. И такое, блядь. Довольно-таки сложненький, блядь. Посложнее, чем прошлый, конечно. Помните, этот дядька, блядь. Окей, я понял. Надо просто молнией, если далеко хуярить, то не подходи даже. Вообще бессмысленно, нахуй. Ну, типа... Я так к нему попасть не могу, он еще, блядь, меня атакует заранее. Понятно, блядь. Я даже, понимаете, в него прицелиться тупо не могу, блядь. Короче, ребят, давайте я в следующей серии пройду это все дело. Давайте этот босс пройдем в следующей серии, я просто не могу, у меня уже все подгорает слегка с управлением и тому подобное. Поэтому спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, давайте.